Всем привет, вы на канале Ford Mac, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим видео с канала C-Page сама, а именно анимация Наруто Йошихокаге. Да, еще один переводик Наруто Йошихокаге. Вот оно как, довольно странное сочетание, но, как говорится, почему бы и нет. Ох, я уже готов к чистейшему бреду, но в любом случае давайте поскорее посмотрим, что же там такого будет, да и перевод C-Page сама это сюда зашибись. И да, перед началом реакции лайк, подписочка, колокольчик, не забывайте, чтобы приходили уведомления о новых роликах. И, конечно, комментарии. Больше комментариев для продвижения этого ролика. Например, про то, что вы, черт побери, просто обычный человек, который хочет жить мирной, спокойной жизнью и прятать еще кое-что в пакете, кроме обычных сэндвичей. Да. Ну что же, поехали. Меня зовут Наруто Йошихокаге, мне 33 года. Мой дом находится на севере Конохи, столице страны огня. Я женат. Работаю президентом деревни, мое лицо выбито на скалах, и, как правило, домой я не возвращаюсь. Опа. Не курю, не пью, почти не сплю, путь ниндзя чту, шиноби люблю, за Коноху порву, на страже порядка и мира стою, готов пояснить за это в бою. Круто, прям перед как Юрабия. Перед сном я ем теплый рамен, а также минут 20 уделяю тренировкам, поэтому до утра сплю без особых проблем, ведь засыпаю утром. Просыпаясь, я чувствую усталость и стресс, словно я уже не младенец. На медосмотре мне сказали, что рождение сына не повлияет пагубно на тайтл. Мне соврали. Но почему это? Боруто же топчик! Я Джинчурики, желающий жить спокойной жизнью, но мне все еще приходится забивать себе голову проблемами вроде побед и поражений, обзаводясь врагами, из-за которых не могу уснуть, отстраивая Коноху заново и заново, снова и снова. Я абсолютно уверен, что в таком способе взаимодействия с обществом не кроется счастье. Ваша философия понятна. Даже в Великой войне Шиноби я никому не проиграл. Ну это да. Там уважом бы. Иными словами, я уничтожу Оцуцуки, чтобы и сегодня сладко поесть рамена. Кстати, девятихвосты как стенд реально хорошо выглядит. Курама Куин! И судя по знаку на твоей спине, ты проблема. А знаешь, как я разбираюсь с проблемами? Ну-ка. Тебя ждет долгая, взрывная, мучительная Наруто-терапия. Эпично, прям воу. А что же, друзья, знаете, бывают такие вещи, которые вроде вообще не сочетаются. Вроде скажешь, типа, это с этим. И ты подумаешь, чё нахрен за бред, но в итоге... Наруто и Кира отлично сочетаются, реально. Чуваки за 30, которые хотят жить спокойной жизнью, кушать себе, говорится, никого не трогать, хоть и у Наруто, да, шило в жопе, но... Блин, реально сочетается, да и к тому же Курама как стенд выглядит реально эпично. Очень странное, но в итоге выигрышное сочетание. Было, конечно, реально необычно, но... Во-первых, очень хорошая рисовка, а во-вторых... Приятный голос C-Page сама прям отлично на все это сработал, поэтому респектос и искренний лайкос, это было офигенно. Ну и, конечно же, буду ждать новых роликов от C-Page сама с нетерпением, потому что, блин, мне хочется больше жжатины в своей жизни. А то мангу, если честно, уже задолбало читать, аниме задолбало пересматривать, хочется что-то новенького. Просто вот хочется. Ну а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Жмякайте на кнопку колокольчика. Ссылочки на донейшн алертсы в описании. Поддержи канал монеткой и подпишись на канал C-Page. Всем удачи и всем пока!